Ох, пи***ц, как сейчас весело-то будет. Всем, друзья, привет. Сегодня я вам расскажу про два очень интересных товара, которые вам нужно купить. И нет, говно будет сегодня, блин. Я купил эти два товара. Ну, я покажу сначала один. Вот, это у нас называется Shape on Smile. Мы можем посмотреть рекламку. У нас пишет, что это будет белоснежная красивая улыбка. Shape on Smile новинка. Стоит это дерьмо у нас, ну, на Украине, по крайней мере, 789 гривен. Snap on Smile. 708. Это, чтобы понимали, 30 баксов. 30 долларов. Я... просто в шоке. Пошел я, короче, на Алик, на наш любимый Алиэкспресс, и увидел, что этот товар стоит 3 доллара. Там что-то 3 доллара, Вася, 3. 3. Да, и заказал я себе эту белоснежную улыбочку, эти белоснежные зубы, шо. Но на всякий случай я как бы уточню, что, возможно, у нас это оригиналы. Оригиналы. Что, я думаю, нет. Но, возможно. Но нет, наверное. И, ну, просто цена слишком большая. 30 долларов, немножко даже больше, и 3 доллара. Ну, хотя по нынешнему курсу это было бы 20 с чем-то, но фиг с ним. В общем, Shape on Smile приходит вот Snap. В такой вот... Snap on Smile, да. Ну, извините за мой французский, 30 лет преподавания в Кембридже дают о себе знать. Итак, Snap on Smile – это виниры. Кто не знает, что такое виниры, я тоже сначала не сильно знал. Это, короче, искусственная вставная челюсть. То есть, у вас там вы... Пошли вы бандит. 30-летний, там 20-летний вы бандит. Вы орол, орол, пошли на дискотеку. Ввязались там в драку, например. Там или девушка вам понравилась. Вам зубы выбили. Там или один, или два. Или вы кому-то выбили зубы. И тут вы хотите себе сделать бесплатно, то есть даром, то есть дешево, зубы так, что беспалево и красиво. И вы видите такую рекламу. Виниры, белоснежная улыбка. Вот, сейчас вам покажу. А то сильно много говорю, да? Много говорю. Вот. Вот как оно приходит. Это дерьмо. И выглядит оно вот так. Ну, я проводочки там покидаю. То есть у нас есть верхняя челюсть. Вот. Вот такая верхняя челюсть. Есть нижняя челюсть, тара-дара-дам, барабанная дробь, вот, наша нижняя челюсть. Но, ну ладно, фиг с ним, верхняя челюсть еще как бы, ну еще, да, допустим, вот, я вставляю. Как оно будет держаться, я вообще фиг его знаю. Ну ладно, верхняя челюсть, хоть похоже. Это что такое? Это что такое, китайцы, вы там офигели, че шо? Ёлки-палки, я за что 3 доллара отдал вообще-то? Они мне прислали... Говорю, верхняя челюсть, да, пусть, да. Это что? Я пойду сейчас бутылку на огне расплавлю, тоже так сделаю, скомкаю и вот пришлю. Ну, да, допустим, вы вставляете эти зубы в челюсть. Отставляем. Они не держатся, нифига. Знаете, есть капы, ну, кто занимается боксом там или другими видами спорта, ударными. Там есть капы. Я занимался, знаю. Я думаю, ладно, я закину этот винир в горячую воду. Она там может расплавиться немножко, размягчиться материал. Но нифига, нифига. Я кину как капу, например. Оно постояло там в кипятке 30 секунд, там даже больше. Я его в рот, оп. Угу. Вот. Это говно. Говнище. Ну и даже, я не знаю. Короче, и очень неудобно это вот. Этот протез, вот видите, вот. О, оно уже отслаивается. Реально отслаивается. Я когда его первый раз поместил в рот, и вот эти вот кусочки начали отслаиваться, ну такое ощущение, будто ты пластика нахавался. Реально. Говнище нереально, ребят. То есть на рекламу вот это вот Snap on Smile не ведитесь. Ну вот, кстати, я сейчас вам покажу еще несколько вставочек, когда я буду говорить своим ротом. Несколько вставочек этих виниров. Зубов, ну вот вижу по 420 гривен, вот, 790 гривен, за что, what the fuck, причем я такую рекламу видел ВКонтакте, вот это вот говна, дерьмо, тлен вообще, и я не знаю, ну, реально хоть коробочка пригодится, да, за 3 бакса хоть коробочка пригодится, я не знаю, вот, и в общем подарите своей бабушке соседке, или своей бабушке она будет вставные челюсти складывать. Говно! Говно!
Вот, ну это еще не все. Еще у нас есть такой товар, он называется Pore Cleaner. Вася, Pore Cleaner. Чистилка пор. Ну, короче, типа прыщи она должна очищать. Вот. На самом деле, скажу так. Собрано довольно добротно. Приходит вот такой вот коробочке. Ну, то есть, то вообще пришло просто в пупырку смотано и все перемотали. Пеньком там ком-то китайцу дали еще. Типа что, доставь. Это же пришло в нормальной упаковочке, все пучком. Но оно нифига не работает. Нафига мне товар говно, хоть он красивый, если он нифига не работает. Это фиг, вот, сняли. Есть такая присосочка. Это присосочка-сосочка. Вы вот приколбашиваете его к своему лицу и включаете. И глохните, блин. Оно орет так, что я просто в шоке. У меня соседи думали, что тут какие-то дети орут. Ну послушай, реально, послушай. Я когда к уху подношу, у меня, я не знаю, глохну сразу. Это просто печаль, беда. Но еще фишка в том, ну как бы фишка, прикол в том, что хер батарейку вымешь, да? Прикол в том, что я сюда поставил литий-ионный аккумулятор. Короче, он очень мощный, он реально мощный. Это не простая вам батарейка, это литий-ионный аккумулятор 1400 мАч. И мощность его... Короче, я не знаю, он очень мощный. Я его в фонарик свой вставляю. То есть от обычной батарейки он так орать и так сильно работать не будет. Вот, показываю еще раз. Сразу глохните. Нифига он никакие прыщи там не снимает, ни поры не чистит. Я специально брился, но у меня кожа такая немного жесткая. Я думаю, специально пойду побреюсь. Пошел побрился, там все как должно быть, там кожу смягчил. И нифига. И зачем оно мне? И зачем оно вам? Говно, короче, конченое, ребят. Вот это говно и вот тут... Что? Говно. Это говно не покупайте. Это ж собрано хорошо, да. Некоторый мой знакомый сказал, что это вообще... Он, правда, не вибрирует. Вот. Даже, короче, вообще никак не пригодится. Ну, детям отдадите. Если дети ваши любят какую-то пищалку, за 3 бакса можете им отдать. Сколько бы это дерьмо не стоило, оно не стоит своих денег. Даже $3, которых я за них отдал, оно не стоит. Говно. Это говно. А давайте, может, разыграем. Оно мне не нужно. Шутка. Вот. Да, так что так. Это дерьмо. Что то дерьмо, что это дерьмо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы хотите больше видеть такого дерьма. Хотя, наверное, нет, а может и да. Пишите свои комментарии, было ли это видео вам полезным. И если вы хотите себе вставить зубы, покупайте. Идите к нормальному, Вася, врачу, платите ему нормальные бабки. Или покупайте виниры, которые делает врач под ваши зубы. Вот так, кстати, например, насчет виниров. Я офигел, как это были виниры универсальные. Как могут быть универсальные виниры, если у всех людей разные челюсти? Как? I don't know. Объясните мне в комментариях, как такое может быть? Никак, ответ простой, никак. Говно. Кто их... Ну, понятно, что китайцы как бы наклепали на дурачка, скажем так. Я примерно, когда заказывал это все дело, я понимал, что оно говно. Но думаю, а вдруг очень дешевый товар, очень будет выгодно. Белоснежная улыбка, вот чистилка пор, мне бы лично пригодилось. Только нормальное, а не это говно. Вот, так что как-то вот так, ребят. Подписочка на канал, ставьте лайк, если вам это видео было полезно. Если вы хоть немножко угорнули. Если хоть что-то, я не знаю что, если у вас вкусный хавчик сейчас, и вы сейчас смотрите видео на телефоне и едите мивинку или что-то другое, тоже ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и дальше будет интереснее. Всем спасибо, всем пока!